Короче, ребят, пишут комментарии. Алиса Нерыдаева. По стрижкам и укладке мне понравилась Светлана. Светлана понравилась. Спасибо. Спасибо. Так. Ирина крутой мастер. Видно, уверенно работает. Карина красавица, старается. Гузель красиво укладку делает. В общем, все красавцы. И Саша красавчик. Это пишет Абдулаев Бахтиер. Или Бахтиер, если неправильно, прошу прощения. А потом пишут, конечно, болею за Ирину, но Карина тоже показала класс. Да и вообще все молодцы, жду лета, когда приеду к вам на обучение. Это, наверное, на курс Handcraft Наталья Пшенник. Приветствую, Юрий, новая группа «Бумажечки просто супер». Тушевки будут отменные. Будут отменные тушевки? Да! Да! А ну еще раз, будут отменные тушевки? Да! Да! Тушевки будут отменные, все стараются, усталости в глазах не видно еще, но все еще впереди. Ирина, конечно, молодец, но по стрижке больше понравилась Гузель. Алишер Азизов пишет это. А, ну, на самом деле, усталости в глазах вам, понятно, не видно, потому что мы ее не показываем, когда включается камера. Когда включается камера, мы сразу все кричим. Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Мы бодры, веселы, как камера включается, работаем, давайте. На самом деле, очень напряженная обстановка. Мы пашем, трудимся, у кого-то что-то получается, не получается. Кто-то нервничает и так далее. Поэтому это обучение по-другому быть не может. Идеально на классной волне, на веселой проходить никогда, ну, это невозможно, наверное. Дальше пишет Валерия Осипова. Мы учимся всю жизнь, здорово, когда люди делают это с удовольствием. У меня теперь есть мотивация только благодаря Светлане. Светлана 10. Так, ну тут уже, походу, это своих они подкупили. Тут Светлана 10 из 10, ты супер, за тебя. Алена Орлова пишет. Хватит зажимать оценки Светлане. Светлана супер, класс, молодец, мы с тобой. Дарья Карпова. Народ, давайте всех своих родственников подпрягайте, клиентов, пусть они за вас начинают болеть, голосовать. Тут дальше. Евгений Зубов. За Светлану 10. Светлана 10 из 10. Вау, восхищаюсь ей. Что-то прям какое-то попахивает, что-то здесь за гором каким-то. Так. Заберите жвачку у Ирины. Все, уже забрали. Да. Так. Ира, все получится, выше нос, пишет Юлия Сидорова. Ребята, это круто, пишет Наталья Тимонина. Всем привет, Зефирка молодец, первая. Гульмира Садковская, а Садков... Садвокасова пишет, да. Знакомая, да? Гульмира, привет, спасибо. Так. Какими ножницами бумагу резать? Ребят, обычными могилевскими режем бумагу, потому что другие используют, испортят ее просто-напросто. Точнее, бумага испортит ножницы. Все, короче, конец дня. Любаша, ты уставшая, но целеустремленная. Я за тебя держу кулачки. Привет с Владивостока. Елена Мальцева передает. Привет! Привет! Ребята, спасибо вам большое за поддержку, им реально не хватает ее, потому что мы просто с утра до самого вечера стрижем. Сегодня мы и посмеялись, и поплакали даже, да, девчонки? Мы сегодня даже поплакали немножечко, а не скажем мы. Вот, мы как бы такие, мы не скажем. Вот, поэтому на самом деле внутри все очень классно и здорово.
процесс идет, и процесс непростой, он очень напряженный. Поэтому спасибо вам большое за поддержку, за то, что вы смотрите и, ребята, поддерживаете. Спасибо за лайки. Кстати, девчонки, а вы знаете, мне в личку начали ребята писать относительно вашей группы, пока не скажу, кого именно, но некоторых ребят спрашивают, а где они работают, а как их, может быть, пригласить там и так далее. Вот, некоторые нравятся, да, в Инстаграме это происходит. Также пишут в личку постоянно, когда будет следующее обучение, где взять расписание. Расписание у нас на сайте jdanifagrobo.ru. Следующая прокачка парикмахера в Сочи будет 20 марта 2018 года. Это стартует 20 по 27 марта. Вот, поэтому все вопросы вот по этому номеру телефона пишите. Ну и точно так же, если вам интересно, что такое хендкрафт, чему мы будем обучать за 2,5 месяца, пишите точно так же по этому номеру телефона, подробно вам будем отвечать. Единственный огромный минус то, что в группе осталось всего лишь одно место, и у нас есть, я так понимаю, в этой группе два желающих, которые что-то пока думают и говорят, ну возьмите меня. Да, поэтому, друзья, если что, пишите, обращайтесь, будем на связи.